Компания Uber анонсировала запуск такси вертолетов. Пока полеты будут осуществляться только по единственному маршруту из Нижнего Манхэттена в международный аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке, куда пассажиры долетят за 8 минут. Стоимость полета будет меняться в зависимости от спроса, в среднем от 200 до 225 долларов на каждого пассажира. В планах регулярные полеты в Далласе и Лос-Анджелесе к 2023 году.